Всем приветик, ребята! У нас добрейшее утро. Я уже покушала и Пашку покормила. И сейчас решила прогуляться до рынка. Я надеюсь, что он еще пока что еще не закрыт. Дело в том, что рынок здесь работает с утра и вечером. А днем они отдыхают, и много лавочек закрыто. Хочу купить на рынке их типа оранж, они называют это апельсинами, но на самом деле это мандарины, для того, чтобы сделать вкусный-вкусный сачок. И сегодня я вот решила прогуляться по полю. То есть, смотрите, вот здесь идет наша улица, идет поле. И с той стороны еще одна улица, на которой как раз находится рынок. Вон там. Идти 10 минут. Можно обойти вот так, и там будет дорога нормальная. Но я решила пойти по полю. И я не знаю, в этом месте есть проход или нет. Я ходила по другой тропинке до этого. Кстати, на этих полях все время пускают воздушных змей. Особенно вечером. Вот сейчас там ребята тоже запускают. Паша где-то на этой тропе видел огромного геккона. Тропинка такая, на самом деле, можно подумать, что здесь очень много змей. Я не удивлюсь, если это правда. А я в босоножках. Смотрите, какие фрукты у них здесь продаются на местном рынке. Бананы, папайя. Салак. Очень много вот этого фрукта салак, но он нам не нравится. Еще он его называют, по-моему, змеиный глаз или змеиный фрукт. Вот. Манго. Драгон фрукты у них только красные. Белых почти нет. Но красные, они на самом деле намного вкуснее, чем белые. Маракуйя, наоборот, невкусная. Цападила. Апельсины, лимон, ананасы и яблоки. Яблоки китайские. Ананас, кстати, я вчера брала. Было не очень вкусно. Не тайские вообще, никак. Все, я уже домой пришла. Смотрите, я купила кокос. Сладенький, я уже попробовала. Но надо его в холодильнике охладить. Драгон фрут красный и килограмм мандаринов. Это стоит меньше доллара. Это стоит чуть побольше доллара, такой большой драгон. Очень вкусный и полезный. Драгон фрут очень полезный для пищеварения и... В общем, он хорошо очень прочищает. Это круто. У нас уже обед, и посмотрите, что я приготовила. Мы очень давно не ели просто вареную картошку. Я сварила, не знаю, может быть, она такая же сладкая, как в Таиланде, но я надеюсь, что что-то похожее будет на российскую. И здесь у нас стейк рыбы махи-махи. Дело в том, что мы купили всего один. Там Паша немного положила, себе тоже. В общем, на пробу. Если понравится, будем ее кушать. И огромный салат с авокадо. И причем таких две тарелки Паша свою уже кушает. Всем приятного аппетита. А еще зацените, какую шоколадку мы вчера купили. Стоит она, конечно, если на рубли, то где-то 200. Для России это дорогая цена, но на самом деле, если бы в России была такая шоколадка сделана там... Ну, в общем, без консервантов, без пальмового масла, без ГМО, без сахара. Ну, в общем, если бы настолько качественная была бы шоколадка, она бы тоже, конечно, дорого стоила, потому что мы все знаем, что и шоколадки такие стоят дорого. И да, здесь, если что-то есть вот из такого, из сладенького шоколадного, в основном это дорого стоит, потому что это здесь готовят из органических продуктов и все такое. Вот, в общем, очень вкусное. У этой фирмы вот есть много разных вкусов, точнее добавок, они абсолютно натуральные. В эту добавлено кешью и розелла, цветок розелла, в общем. 64% темный шоколад с органическим нектаром. В общем, суперская. И там очень-очень-очень много вкусов у нее. И я знаю, что здесь можно приехать в одно место, как раз где продаются только эти шоколадки, и попробовать разные вкусы, просто протестировать все и купить то, что тебе понравится. Я надеюсь, мы как-нибудь заглянем в это место. Все, мы будем пить чай. Чай мы пьем черный и всегда добавляем имбирь. Ну, имбирь, понятно, очень-очень полезный корень. Что, по корням загоняемся? Где это? Сита. Теперь вон там, наверху, на полке. Сита. Приехали снова на пляж. Сидели. Думали, что делать. И решили съездить искупаться на пляж Нусадо. А раньше мы жили в этом районе. Это такой
район, где есть очень хороший пляж именно для купания. Такая тут водичка красивая. Оу, что там в воде? Ти на кандалаке. Ти на кандалаке. Это ватерблоу, да? Да, вон там ватерблоу. Мы можем пройтись. Ну да, отлив лютый, да? Да, и сейчас отлив уже начался, мы немного не успели. Смотрите, какой кораблик. Прикольно сделано, что он держится в воздухе, как типа летучего змея, и не падает. Вау, вообще класс. Вы когда-нибудь видели такое? Пиратский кораблик. Супер, да, это просто вообще какая-то штука невероятная. Я научилась нырять чуть-чуть, и теперь хочу всегда нырять. Я люблю с маской, так интереснее. Ребят, смотрите, мы сейчас едем и проезжаем бар на колесах. Нашел себе кофейную кружку, а еще кружка-каска. Паша, когда приедет, купим, поугараем. Фу, а вдруг мне попадется тошнотный вкус? Фу. Бич или бар? Кошмар. Либо можно... тутти-фрутти, либо вонючие носки. А можно только со вкусными? Короче, такую возьмем. Ребят, вы хотите, чтобы мы сняли такое видео? С Гарри Поттером. Это у них как-то... Это вообще самое жесткое, походу. Так, и что здесь? О, тухлые яйца. Нет. Челлендж Bean Boozled. Скушай гадкие конфетки. Или вкусные. Это уже как повезет. Мы движемся к выходу. А не хочешь себе такие стрелы? Да, хочу. Смотрите, можно вот... Класс! Можно наклеить. А вот, смотри. Нет, это фигня. Вот тема. Скажите, ребят, вот это вот тема. А вот это фигня. Какая-то наклейка. Видишь, контент тебе нашел. Что без меня делал? Вообще в контенте не нашла. Выход, 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 выход. Я хочу на выход. Нет! Кстати, Зай, я нашла самое вкусное мороженое. Оно у нас на районе есть. Когда пойдем в кафе мороженое, есть мороженое. Вон, спешл. Нет, я хочу из того. Ням-ням? Ням-ням. Ладно, пойдем? Да. А мы приехали посмотреть закат в Луату. Вот еще Колю подхватили, он теперь вместе с нами. И идем искать точку, где мы были в два года назад, смотрели закат. Дело в том, что Луату вообще это храм, это такое туристическое место. Мы сейчас подъехали, там вообще куча людей. И вход туда стоит платно, но мы... Вход туда стоит платно? Вход туда стоит платный. А да. Если стоит бесплатно. А если стоит бесплатно. И да, и поэтому мы туда не пошли, естественно. Ой, она боится, да. Ой, она какая-то, ну, вообще, да, такая? В таких в России. Прикольная, да. У нее какие-то рога, рога такие. Рога прикольные, кстати. Ну, не бойся. Она такая, как будто, знаешь, это слезть с горным козлом. Да, да. Горная корова. Высоких-высоких гор. Короче, я поняла, теперь тут сделали кафешку. Мы пришли в то место, где встречали закат почти два года назад. Кстати, у нас есть видео из этого же места. И я оставлю его в описании под этим видео ссылочку. Дошел до самой крайней точки здесь. Видно храм, короче, Тулуват. Скоро будет закат. Смотри, какие волны здоровые. Точнее, не здоровые, они просто мощные. Пена такая сверху классная. Куча серферов, ну не куча, штук 15, наверное. Вода вся ушла. Вон Юля сидит. И там вот мы сейчас пришли оттуда, там какое-то, видите, с русским флагом кафе. Там пуфики, классный вид, там можно почилить однозначно. По-моему, два года назад у нас не было такого фотоаппарата, чтобы мы могли приблизить и показать вам эту лестницу. Или был? Нет, по-моему, нас не было, мы не приближали, не показывали. Смотрите,
Как вы считаете, по ней вообще кто-то лазит? Или, может быть, это старая лестница для таких олдскульных серферов, когда-то они здесь поднимались, чтобы покорить свои волны. Один, кстати, заплыл вообще далеко. Все вот там примерно сидят, что-то ждут волны. А этот какую-то хочет поймать крутую волну, возможно. Там пришла куча макак. Иду Юлю спасать. Что, пойдем макак дразнить? Ну нафиг вообще, я пошла отсюда. Собираем макак. Фига такая, просто свора. Надеюсь, они нас не атакуют. Ой, смотрите, у них малыши. Не, они вроде проходят мимо, мы им безразличны. Какие карапузы у них вообще. Блин, а куда они все пошли такой толпой? А, они меня заманят, да? И отпинают, короче. Там-там-та. Заброшка. Ули? Где мед? А раньше крыши так и делали, да? То есть они не промокали за счет того, что большой слой. О, один улей можно открыть. Блин, не открывается. А вдруг мы вандалы, короче. Ой, а там подношение. Я, если что, туда не залазил. Заброшка. Заброшка? Заброшки же в топе сейчас? Да, заброшки сейчас в топе. Даже это снимает. И не мейджик, который мы сегодня смотрели, она заброшки снимает. И питомцев. На, сними заброшку. Заброшка, смотрите. Не страшно? Не страшно. Мне больше страшнее обезьяны. Не, ну наступит когда тот день, когда... Пока! Кусманочка отвалится. Ты чуть не умер? Чуть не умер, Юль, записывай видео. Ребят, мы пришли в местный магазинчик прикольный и решили померить несколько вещей. Вот то, что я первое померила, нам вообще не понравилось. Магазин Religion называется. Это супермодный магазин, но пока что такое себе. Как вам? Пишите. Я говорю, Паша, зачем эту юбку? Он говорит, на выход. Вот теперь образ встал на свои места. Крылья спрятаны. И все смотрится гармонично. Не, ну вот это смотрится очень клево. Вообще огонь. Куда такое там идти? Куртку, главное, не снимай. Не, хотя может быть и прикольно. Не, наверное, хотя даже прикольно. Ну, если купишь, будешь свои сумки возить. Кого? Эти, доспехи свои. Доспехи Бога? Ну. Давай, фулл сет покупай. И пойдем куда-нибудь тусить. Ну нормально. Зато смотри, только под крадули останется сменить и все. А то эти теперь не подходят. Хотя нет, эти подходят более. Если бы они были черные. С блестками, да? Все, ребят, мы уже приехали домой и с покупочкой меня. Из магазина Religion. Классно вообще. Паша теперь обещал меня вывезти куда-нибудь. В свет. Обязательно. Своих новых юбка вообще огонь, топик вообще огонь, и вот эта вот курточка вообще. Я так рада наконец-то. Все, в общем, спасибо большое, что посмотрели это видео до конца, надеюсь, вам с нами было интересно. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и обязательно комментарии пишите там внизу под видео. И всем пока-пока.